А мы с ними играли, кстати. Играли, мы с ними не раз играли. Ну, по-моему, их ее были неоднократно, по-моему, нет? Мы выигрывали, проигрывали. Больше выигрывали, блядь, что мне так кажется. Блядь, поздно только, уже все заебались, походу. Ну вот и я о чем, блядь. Ну, видишь, мы изначально в этом турнире в неравных условиях. Да похуй. Как бы хотелось, чтобы каждый из вас, уважаемые зрители, оказался сейчас на PC Play. Это впечатление на всю жизнь. Но мы попробуем сделать так, чтобы вы почувствовали себя на стадионе. Константин Генич и Георгий Черданцев у микрофона. Да. Тобой здесь же, блядь, чё ты не бежишь-то? Давай, давай, одна, давай замочим, пидораску. Адебайор. Ну, грузи в штрафную. Нет, в плане игры. И как он дальше мячом распорядится? Играет он на партнера. Нет, Адебайор. Так. Забивать можно. Серёг. В офсайде игрок, по мнению судьи, офсайд. Ничего себе. Показалось, что не было офсайда. У них прикольный кокаин. Быстрее, быстрее, во фланг, перед тобой. По флангу дальше. Отыграет. Ибрагимович. Перевести можно. Пошел. Ну. Ну не мне, ну когда я. Вот у тебя там сразу была дырка. Вот ты посмотришь потом. Ты сейчас не стал бежать. Прям подо мной был. Хорошо. Фланг игрок был у тебя тоже сразу же. Есть на дальней штанге. Вперед он мяч тащит. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Адебайор. Защитник, защитник, скрывай. И буквально подарил мяч сопернику. Хороший центр. И катают они мяч. Опасно тут может получиться. На ближнюю подача. Навес на деревню дедушку. Шабрич, дальше открываешь, Ген. А? И обратно дальше, они дальше себе мяч возвращают. Блядь, во флангу, Ром, бровку всегда держись, потому что под пас. Ты ближку читай, пора. Играет в пас команда. Какой шанс? И что дальше тут будет? Еще пространство. Нет, спокойно, для атаки спокойно, они Борис, ищут. Борис, Борис, блин. Мяч у соперника теперь будет. Не слишком поворотный. И что дальше тут будет? Опасно это может быть. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Штрафную подача. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришел. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Под него, под него, под него. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч не контролирует. Есть ножка. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. До конца, Ген, поборись, поборись. Все ниже. Момент. Нет, офсайд. Пацаны, говорите, куда даете. Все, блядь. Без мяча остаются они. Отдает он передачу. И мяч в воздухе после такого выноса. Адебайор. Ставит корпус, укрывает мяч. Можно навес сделать здесь. Хорошая игра в пас, конечно, но далеко на одних передачах не уедешь. Хорошо укрывает мяч корпусом. Сбрасывает мяч. Ибрагимович. И теряют они мяч. Потому что там есть защитников много. Наоборот, вниз откроется, немножко защитник.
Ну что же, умение действовать не только на ленточке, это одна из основных задач вратаря. Да, вовремя он вышел из ворот и сыграл просто идеально. Джагелка. Привет. Пошел. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. И эта атака завершается свистком. Арбитра слишком поторопился. Диагональками меня разрезать. Ну, верно. Бля, да и вверх, но они так херово летят, блин, на дальние туда, что ли. Адебайо. Как вариант продолжения напрашивается навес. А он будет рикошет, тут был. Немножко, а? Перехвачен пас. Оп. Да не, он не считает. Вперед он тащит мяч. Сыграно жестко, но враг. Хорошо в прессинге. Решил пробить. Отличный сейв вратаря. Не надо по статистике видно, что очень слабая игра в атаке сегодня у обеих команд. Мало моментов они создают, играют действительно не очень ярко. И пока что матч получается откровенно скучным. Мяч за боковую уходит, будет аут. Серег, доверни корпус, он будет засылаем. Такой вот ошибка детская. Ходит мяч у них. Да. Еще чуть-чуть и был бы гол. Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах – это судья. А. Болельщики, конечно, недовольны его решением. Дай-ка. Это легкий мяч. Хорошо. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Катают они мяч. Не самый удачный удар, вратарь на месте. Время не идет. Просите. Пускай там Гена просит. Ген, давай проси. Твою мать. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Да, мы во второй половине вообще не могли выйти. Вначале что-то набегали. Ну сейчас подожди, может выдохнуться. Нужно одна контра быть нормальная. Кокаиновые. Они выходить эту хуйню. Атака хуем, как говорится. Куда ты поднимаешься, блядь, Ром? Как ты меня будешь засылать-то? Правым флангом. Заброс. Вторая половина матча началась. Сразу. Защита в ударе. Можешь время сразу сделать навес? Мячу. Они мелкие. На дальнюю, на Колю. Блядь. Сейчас было, блядь, вообще заебись. Подожди, спокойно, спокойно, спокойно. Я перепрыгну этих мелких. Смотри, передо мной мелкий какой. Ну попробуй, наверное. Пошла подача. Выбит мяч у штрафного. И отличный шанс у них вперед выйти. Угловой удар будет. Коль-то тем более перебил. Все, большой меня держит, большой держит. На Колю вешать. Давай. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Навес в штрафную. Он явно задумывал немного другой навес. Глиб. Играет в пас команда. Нужно забивать. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Что у вас там за лесенка? Интересно, куда дать. Адебайо. Ушел мяч. Аут. Паша, играй по Коле, пожалуйста. Очень... Если бы он забежал туда, то он это кормил. Не смогла атака развиться дальше. Не делись. Ошибается игрок здесь, дарит момент сопернику. И мяч в воздухе после такого выноса.
блин, все-таки. Подходишь на этот. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Брат. И не пойти атаки по флангу. Здорово сыграно. Куда не шел. Неплохой был пас, но соперник их передачу прочитал. Очень выверенный пас. Отличный вынос. Джагел. Хорошо, сейчас мяч ходит у команды. Ибрагимович. Ай-яй-яй. Куда? Некрепко сыграл защитник. Будут сбрасывать мяч за бокование. Нет. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Здесь бровку открываться и мне, и форварду дали. Бля, ну слово, можно сказать, куда кидает? Ну или так на шару, блядь, просто хуйну по в сторону. Вот открываться в бровку. Играет он на партнера. Ну вот, собственно, и все. Удар в ворот. Блять, здоровый, сука. Не перепрыгивай. 1.89 метра. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Есть. Кто будет первым на мяче? Есть шанс развернуть контратаку. Ну, слишком медленно атакующая сторона перемещала мяч, и в итоге контратака не получилась. Скажу, это штрафной. Не, разыграем мяч. Так, смотри, что говорю. Кому давать? Цап, встань перед мячом. Ты отдай Цопу мячик. Бля, не пей, не отдает. Не работает, понимаешь? Ну, отдай пас, да и все. Хорошо, короче, на Ваню пас. Ходит мяч. Есть, Ген. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Нет, штрафную. Играют они в пас. Отличный чистый отбор. Блядь, пиздить их там жестче впереди, блядь. Ближе к мячу оба форварда, блядь, отца, блядь, пиздить их там. И что дальше тут будет? Хорош. Не получилось у них мяч держать. Добрым словом сейчас судью на трибунах точно. Второй темп, не Ванька, Ванька, сюда помоги. Шуту пенальти, по мнению болельщиков. 20 минут осталось играть. Бороться. Закрыли всех. Закрыли всех рядом. Ждут болельщики гола, но пока что их команде никак не удается выйти вперед. Я далеко выброшу. Короче, во фланг. Ой, это недалеко. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Хороший пас получился. Отдает он мяч партнеру. Твою мать. И это гол! Счет у нас наконец-то открыт. Давили они и все-таки своего добились. Все идеально. Минимальное просто. Преимущество одной из команд к этому моменту. Левый фланчик забыл. Джагел. Ближе. Куда играть? Шли последние всем. 15 минут. Не доходит мяч до адресата. Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Не смогли они мяч удержать. И решился он на удар издали. Сильный удар получился, но пошел он совсем мимо ворот. Чуть поточнее, и такой удар был бы крайне опасным для вратаря. Крайне неудачное действие голкипера. Приведут они к чему-то опасному у его ворот. До конца пиздит там все. Без мяча остаются они. Пошли там. Переводи. Рома, иди дальше. Потом. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды.
Ивенка на койку стоял. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Торопится голкипер ввести мяч в игру. Времени-то на атаку совсем не осталось. Да ёпта, ну чё ж вы ломаете-то, блин, там в защите, а? Отличный пас, просвет. Ну чё ж вы делаете-то, ёбаный игрок. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Два мяча теперь одна команда ведет, солидное преимущество. Левые ноги там сразу разумно через все. Неплохо он с мячом идет вперед. Жагел. Три минуты. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Нет, ну 90 минут. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Итак, звучит финальный свисток. Финальный. Что, высоким играть следующую игру или карликом?